Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Крис Плей. И сегодня мы запишем ролик по Майнкрафту. Ребят, наконец-то вышла альфа-версия билд 1.0.15.0. Ребят, это просто... Смотрите, как все поменялось. Тут есть достижения, ребят. Это... скины всякие, ребят. Это, короче, вообще, ребят. Смотрите, вот тут еще есть, смотрите. Тут можно играть, так. Вот, допустим, сейчас создам новый мир, творчицы. Ребят, вы смотрите, не было лошадей, на них нельзя было ездить. Ребят, ну теперь это можно делать, это просто жесть. Сейчас, ребят, покажу. В дальнейшем, наверное, будут выходить по механизмам, поэтому сейчас. Так, и вот, ребят, смотри, заходишь сюда. Немножко, блин, надо было забрать. Вот так, вот, заходим сюда. Вот, ребят, броня. Так, вот, возьмем броню. Возьмем тупо, ребят. Смотри, сколько тут спавнер. Есть спавнер лошади, во-первых. Спавнер кролика. Ну, это был, наверное, не помню. Спавнер осла. Ребят, да. И спавнер, это лошади. Сами, ребята, это увидите. Ну, вот на этой, да, ездить. Вот, ребята, вот, смотрите, вот еще осел. У меня это нормальная лошадь. Сейчас я возьму яблоко, ребят. Яблоко, да. Так, вот оно. Так. Ой, кормить. Иди оттуда. Хорошо. Блин. Сейчас, ребят, подождите. Короче, что пишет, клёво-то. Мне, ребят, понравилось. Молодец. Нажимаем ехать. Сейчас. Ребят, подожди, сейчас она. Ехать. Желательно, вот. Вот, ребят. Просто на это посмотрите. Сейчас. Параметры. Вот, ребят, настоящая лошадь. Ну, не можно ездить. Это просто шик, ребят. Не знаю, как вам, но это мне очень сильно понравилось. Вот, ребят, смотрите. Вот просто настоящая лошадь. Это просто... Не знаю, как это объяснить, но в общем, вот так вот, в дальнейшем, наверное, будут тут эти всякие, не знаю. Ну, посмотрим, ребят, если наберет 3 лайка, я выпущу еще одну серию по этому Майнкрафту, ну, что-нибудь другое. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, репостните это видео в соцсетях. Кстати, обязательно ссылку оставлю на это скачивание Майнкрафта, ребят, обязательно. В общем, всем спасибо, всем удачи и пока. Все, ребят, пока.